Очереди в детские сады в отдельных районах республики все еще сохраняются. Проблемные вопросы Михаил Игнатьев обсудил с главами администрации и сельских поселений в режиме видеосвязи. Тратить деньги на создание новых мест в детсадах нужно гораздо эффективнее, заявили на видеоконференции. Наряду с затяжным строительством немало проблем согласования проектно-сметных документов. Особое внимание стоит уделять не только формированию строительных работ, но и выбору стройматериалов. Бывая на объектах, мы замечаем, что используются материалы вчерашнего дня, оттуда и удорожание, оттуда и конфликты, оттуда и недоразумения по поводу строительства, несоответствия проекту сегодняшнему времени. Сегодня во всех муниципалитетах Чувашии, кроме Комсомольского и Бресинского районов, дети старше 5 лет посещают дошкольные учреждения. Но проблемы есть и в других муниципалитетах. Если подводить итоги прошлого года в целом, то нужно сказать, в полном объеме мы задачи не справились, с учетом того, что затянули строительство 2 объектов. Это Чебоксарский район Кугеси, город Чебоксары, значит, на улице по Гладкова. И в то же самое время есть вопросы нерешенные по Канашу. В прошлом году мы не сняли задачу и по городу Шумерля. Поэтому я прошу глав администрации с учетом новых графиков, которые мы с вами согласовали, обратить самое первостепенное внимание на ввод объектов, указанные уже дополнительные сроки. В этом году должны сдать под ключ 9 новых дошкольных учреждений. Кроме того, новые места должны появиться после организации дополнительных мест для малышей в уже существующих детских садах. В этом году мы получаем дополнительное финансирование на реконструкцию, на открытие дополнительных мест в детских садах. Мы с главами администрации тоже проговаривали. Со стороны Минфина тоже полная поддержка, взаимопонимание есть. Я еще раз подчеркиваю, никаких проблем по финансированию сегодня у нас нет. У нас основная проблема по использованию выделенных ресурсов. В свою очередь, глава отдельных районов считает невозможным организовать дополнительные места. Впрочем, власти такой ответ не принимают. Детсады республики дети не посещают в 100% объеме. А значит, найти дополнительные места в каждой группе или создать отдельные группы возможностей есть почти в каждом детском садике. Районы и поселения республики проинформированы. Остается дело за исполнением взятых обязательств. Также на видеоконференции говорили об итогах весенне-полевых сельскохозяйственных работ. Министр сельского хозяйства республики предупредил глав районов, чтобы они не ждали жарких дней и заранее готовили технику к поливам. Дани Фатагирова, Александр Петров, Республика.